А для чего нужно уважение в семье? Чтобы уважать друг друга, а если без уважения, то можно. Так уважение важная часть семьи? Очень. Клеим. Ульяна Рассолова, студентка Черноморского высшего военно-морского училища, а еще волонтер. Она встречается с трудными детьми. Она не просто помогает в решении трудных задач, ее работа куда глубже – воспитывать в ребятах любовь к миру и окружающим. Бывает так, что кроме нас детьми никто не интересуется, к сожалению. Или бывает так, что ребенку нужна помощь, именно показать, как можно взаимодействовать иначе. Иногда ребенок может вырасти жестоким, потому что он не видел доброты. Несовершеннолетние дети. У каждого из них свои проблемы. Здесь те, кто не понаслышке знает, что такое социальные приюты и правоохранительные органы. А еще здесь те, кто однажды потерял веру и надежду. Сначала в окружающих людях, а после в себя. Кто, если не мы, поможет детям? Детям нужна помощь. Они сами не справятся, и определенно им нужна помощь. Такие работы выполняются в рамках проекта «Счастливая встреча». Чтобы действительно помочь, руководители проводят несколько таких тренингов. Сегодня главная тема – сохранение семейных ценностей. Важно получить понимание того, что я могу. Я могу добиться поставленных целей в этой жизни. Я не один в этом мире. У меня есть друзья. У меня есть люди, которые меня выслушают. Люди, которые помогут в трудную минуту, которые наставят на путь истины, скажем так. То есть, и мы пытаемся стать вот такими вот наставниками для таких деток. Осенью 2018 года этот проект был представлен на молодежном форуме «Родная гавань». Победили и получили грант в размере 100 тысяч рублей. И очень рады, что эту добрую идею удалось воплотить в реальность. Павел Крушицкий, Марина Куприенко, Александр Тарасенко, Севастопольское телевидение.